Здравствуйте. В этом видео прогуляемся по рабочему поселку Сузун. Посмотрим, с чего начинался Сузун и как сейчас здесь живут люди. Сузун – это административный центр Сузунского района в Новосибирской области. Несмотря на то, что население Сузуна не превышает 15,5 тысяч человек, Сузун стабильно входит в первую сотню поселков из более 1300 поселков России. Сузун имеет 256 лет богатой истории развития. Сейчас мы встречаем рассвет на месте, которому Сузун обязан своему возникновению. Именно здесь, после приказа от 20 января 1764 года, решено было построить медеплавильный завод. Правда, после того, как в советское время ввели новый календарь, День Сузуна перенесся на 14 дней и отмечается 2 февраля. Строительство медеплавильного завода в далеком 1764 году продвигалось очень быстро. Буквально за один год в чистом поле на берегу реки Сузун была развернута выплавка меди. Через два года, в 1766 году, была начата чеканка монет, а в 1768 построена плотина. Это позволило механизировать самые трудозатратные процессы производства и начать выплавку серебряных и железных руд. Поселок стал называться Нижнесузунский завод. Если вам нравится это видео, подписывайтесь на наш YouTube-канал, особенно если хотите узнать, какая часть Новосибирска наиболее подходит для комфортного проживания. На канале уже есть несколько обзорных видео о жилых массивах города Новосибирска. Вернуться в 18 век нам поможет недавно открытый музей, в котором представлены системы деревянных водоотводящих рукавов, через которые воду подавали на нужные водоналивные колеса, которые в свою очередь придавали вращение производственным механизмам. Например, ступом для крошения извести или механизмом поддувал для печей. Ну, конечно, на заводе применялось и огромное количество человеческого труда. Люди эти жили рядом в поселке, который в 1828 году переименовал в завод Сузун. В 1847 году на производстве произошел пожар, и систему подачи воды из-за сложности восстановления забросили. Но монетный двор продолжал работать вплоть до начала Первой мировой войны. Был закрыт из-за истощения залежей руды и вырубки лесов в окрестностях Сузуна. После проведения археологических раскопок здесь открыт музей «Монетный двор». К революционному 1917 году Сузун уже имел несколько школ, больницу, около 25 магазинов и не менее 670 жилых домов. В домах в те времена жили большие семьи. Около 60% населения были крестьянами, но было и много кузнецов и овчинников. Для сбыта товаров местных ремесленников в Сузуне проводились ярмарка с оборотом более 150 тысяч рублей и еженедельные базары. Численность населения была около 4000 человек. В 20 веке Сузун занимал первые места по поставкам продукции сельского хозяйства. В 30-х годах село завод Сузун переименовали в Сузун. Еще через пару лет село сменило статус на поселок городского типа. Продукцию сельского хозяйства стали перерабатывать на маслосыродельном заводе и мясокомбинате. К концу 80-х в поселке действовал леспромхоз, ремонтно-механический завод, мебельная и швейная фабрики. Некоторые предприятия функционируют и сейчас, правда, с меньшим объемом выпускаемой продукции. Попасть в Сузун можно несколькими способами. С личным автомобилем все понятно. Дорога одна проходит через Сузунский бор. Заблудиться крайне сложно. Второй способ – на автобусе. Автобусы из Новосибирска ходят достаточно часто. Кстати, автовокзал в Сузуне модернизируют. Третий способ попасть в Сузун – поезд или электричка из Барнаула. Немного нестандартный путь, учитывая, что Сузун находится в Новосибирской области. ЖД-пути больше используются для доставки грузов. Центр Сузуна растянут по всей улице Ленина. В начале Ленина расположены школа номер 1 и детский сад. Сад в этом году реконструировали. С другой стороны, на месте старого рынка разбили сквер. По периметру расположены магазины, в том числе крупных федеральных брендов. Недалеко расположено известное предприятие «Эффектон». Около дамбы, через реку Сузун, с одной стороны расположен уже знакомый нам музей «Монетный двор», с другой стороны от Сузунского водопада установленный памятник павшим воинам в Великой Отечественной войне и в локальных войнах. На противоположной стороне улицы Ленина скульптура сибирской монеты. По всему периметру установлены лавочки. Следующая часть улицы Ленина, на которой мы остановимся, находится у школы номер 2. Школа идет в ногу со временем. Обратите внимание на столб освещения со встроенным ветряным генератором и солнечной батареей. Такие осветительные мачты мы видели в нескольких местах Сузуна. Еще здесь расположены административные здания поселка и небольшой рынок.
На рынке можно найти практически все. От ковров до речной рыбы и камуфляжной одежды для леса и рыбалки, если предпочитаете ловить рыбу сами. Небольших чебаков и окуней можно ловить круглый год прямо в Сузунке. А вот за крупной рыбой ездят на реку Обь к деревне Верх-Сузун. До нее примерно 20 километров. Кстати, дорога на Верх-Сузун известна природным памятником – черной березой. Это разновидность березы, произрастающая на Дальнем Востоке, но в Сибири практически не встречается. Возвращаясь от этого природного памятника, мы встретили парня на истинно русском транспорте. И это век бензиновых моторов. Впрочем, и век федеральных сетевых магазинов и супермаркетов в Сузуне проводятся ярмарки. На площадке около Дома культуры собираются торговые ряды, где бойко идет торговля. Съестное популярно во все времена, как и валенки, которые в Сибири в силу определенных причин никогда не выйдут из моды. Продукты питания, шапки и верхняя одежда. Все продается и все покупается. Вопрос в цене. Ярмарку от базара отличает наличие культурной части. Собственно, поэтому все действие происходит около сцены. Выступает ансамбль русской народной песни, а в перерывах между песнями проводит лотерею с призами от присутствующих торговцев. А мы вновь на улице Ленина. Здесь установлена доска почета с фотографиями отличившихся сузунцев. Чуть дальше – аллея памяти сузунцев, героев Отечества. В поселке еще хотелось бы отметить физкультурно-оздоровительный комплекс «Метеор» с большим стадионом и кинотеатром. Это молодежный центр, где подростки могут выбрать себе полезное занятие в соответствии со своими интересами. От занятий спортом до выступления на сцене. Для любителей водных процедур в поселке открыт плавательный бассейн «Водный мир». Так что не нужно ждать лета для того, чтобы поплавать. Подавляющее большинство жилых домов в Сузуне – это, естественно, частные дома. Дома разные, есть небольшие, старенькие, есть посвежее. Современные, недавно построенные дома тоже встречаются. Они сосредоточены на окраинах, где много свободной земли. Ближе к центру застройка старая, но за большинством домов ухаживают. Заброшенных и совсем старых домов мало. Есть и многоквартирные трех-четырехэтажные дома с центральным отоплением. Причем строительство домов продолжается до сих пор. Видимо, для тех, кто живет в квартире, в поселке работает баня. Детские площадки встречаются довольно часто, а во дворах в центре даже притаился каток. Если хотите узнать о микрорайоне города Новосибирска, смотрите другие видео на канале Домовой. За свою более чем 250-летнюю историю Сузун несколько раз серьезно менялся. На заре своего существования он был не более чем несколькими домами для рабочих медеплавильного завода. Через некоторое время начал обрастать ремесленниками и работниками полей. Был и аграрным локомотивом Новосибирской области. Немного поменялись приоритеты в торговле, и сейчас в Сузуне маленькая вероятность встретить кузнеца. Ремесленники поменялись на индивидуальных предпринимателей. Вместо шапок от сузунских овчинников на ярмарке предлагают шапки из Китая. Большая часть населения работает в бюджетной сфере и сфере услуг. Таковы реалии современного мира. Станет ли Сузун туристическим центром, мы узнаем в ближайшие лет 10. Краткий миг для истории поселка Сузун. Понравилось видео? Ставь лайк, подписывайся на наш канал, особенно если хочешь узнать, чем закончится сравнение жилмассивов города Новосибирска.